Люди в Борденбурге испытывают острые аллергические реакции и проблемы с дыханием. Пристегни брата. Никогда не знаешь, когда твой мир изменится. Свидетели заявляют, что симптомы появились после сильного дождя. Но когда он меняется, тебе нужен план. В дожде что-то есть. Вирус. Куда мы бежим? Быстрее, быстрее! Мы почти на месте. Все внутрь, быстро, вниз! Здесь вы в безопасности. Только я могу все исправить. Папа, я не понимаю. Нельзя, чтобы Расмуса нашли. Он ключ ко всему. Я постараюсь вернуться. Обещаю. Сериал Netflix. Прошло 5 лет. Папа не вернется. Я хочу выйти отсюда. Они пойдут с нами. Они знают, где еда. Дождь убил всех. А те, кто не умерли сразу, до своей смерти заразили кучу людей. Найти бункер нужно до рассвета. Я несу ответственность только за Расмуса. Ты думаешь, что мир прежний? Но это не так. Ты должен застрелить ее! Да что вы за животные такие? Она заразилась, когда коснулась воды. Нет! Она пудрит тебе мозги, Мартин. Теперь ты подчиняешься ей. В новом мире каждый за себя. Взять ее! Важно не только выжить, но и не потерять надежду. «Дождь» на Netflix и «Алекс Фильм».